Всем здорово, с вами Волосневый Жужик, и у меня случилась одна большая проблема. У меня закончился срок действия санитарной книжки, но я не могу ее продлить, так как мои анализы очень плохие и мне ее не хотят продлевать. И потому я пришел в магазин за хорошими анализами. Вот здесь вот анализ мочи такой есть, трех видов, в такой баночке, вот бумажечкой накрыта, веревочкой перемотана. Другой анализ в такой более круглой баночке. И совсем большой анализ. Так, надо подумать, какой же мне анализ мочи лучше выбрать. Ну, наверное, вот этот. Такой неплохой, зеленоватого цвета. Я думаю, прокатит. Мне все-таки продлят санитарную книжку. Да, кстати, чуть не забыл. Мне еще нужно купить анализ кала. Так, на верхней полке вижу анализы кала. О, вот эта баночка очень даже неплохая. Кал светлого цвета. Думаю, прокатит. Ребята, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока.